Спортивная гимнастика – один из наиболее зрелищных, динамичных и популярных видов спорта. Ее история – это не только имена выдающихся спортсменов, но и восторг миллионов зрителей, всех тех, кто находит в ней демонстрацию красоты, силы и ловкости. Чтобы добиться заметных результатов, спортивной гимнастикой необходимо заниматься с раннего возраста. И лучшим центром для такого рода занятий является специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по гимнастике. Данная школа, она входит в состав спортивной команды по гимнастике. У нас их несколько школ, они существуют и в Самаре, и в Питере, в Санкт-Петербурге. И одно из структурных подразделений СДЮШОР по гимнастике, которое имеет два отделения, это спортивная гимнастика в данном зале, где вы находитесь, и зал художественной гимнастики, где отделение художественной гимнастики. Школа существует очень многие годы, более 50 лет. Идут истоки, начиная от таких людей, которые здесь занимались, Белозерчев, Кирдемелиди, который до сих пор, кстати, Валерий Павлович работает в данной команде. Ну, по состоянию и общему развитию школы, именно гимнастики, что касается гимнастики, это самое ближайшее время, прошлую вот Олимпиаду в Лондоне можно назвать, что из 5 участников команды, которая выступала на Олимпиаде, женской сборной, 4 было представителей нашей школы. Это Мустафина, Гришина, Посека, Афанасьева. Сейчас у нас в группах, в начальных группах обучения, в СОГах, так называемых, спортивно-оздоровительных группах, занимается более 400 детей. Вот особенно вот этот наплыв пошел после Олимпийских игр Лондона. В первую очередь, мне, конечно, хотелось поблагодарить руководство ЦСКА, которое очень много внимания уделяет именно развитию этим трем видам спорта. Это художественное, спортивное и батут, которые практически идут навстречу всем нашим просьбам. И по большому счету команда гимнастики вот за последние годы практически всегда оставалась лучшей. Я имею в виду среди команд ЦСКА. Мы давали больше всех медалей, больше всех сборников. Поэтому только благодарность тем людям, которые помогают нам в этом деле. Занятия спортивной гимнастикой развивают у ребенка координацию движений, формируют целеустремленность и силу характера. Лучшим из лучших предстоит особенно много заниматься и со временем продолжить славные традиции армейских гимнастов.